Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов, мы продолжаем цикл «В истории средних веков». В предыдущих выпусках мы познакомились с Вестготским периодом в истории Испании, а также сделали обзор арабской Испании. Теперь начинаем большой блок этого сезона, посвященный христианским королевствам, которые возникли на руинах королевства Вестготов. И они начали медленное, постепенное отвоевание мусульманских земель, то есть реконкисту, которая продлилась почти 8 столетий. Значит, прежде чем начать этот блок, я опять же повторюсь, что уже больше месяца продолжается война, которую развязала Россия против Украины, и, в общем-то, мне пришлось покинуть свою родину. Я нахожусь сейчас в другом месте и записываю эти вещи в походных условиях. Качество, к сожалению, качество картинки существенно пострадало. Но вот я решил все-таки не прерывать цикл и постараться записать то, что я могу записать. Значит, и если у вас есть возможность и желание поддержать этот проект, то присоединяйтесь к патронам на сайте Patreon, patreon.com/val_KHOKHLOV. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вал Хохлов. Значит, как и предыдущие выпуски, я в основном использую книгу Альтамиры и Криве, но также какие-то вещи я дополняю из других источников, то есть той же Википедии, например, то, чего не хватает в книге. И еще одну оговорку я сделаю перед тем, как начать эту серию. Значит, она касается королевских имен. В русской традиции королей именуют такими латинскими именами, латинизированными, например, Людовик. Французы говорят Луи, немцы говорят Людвиг. Когда мы говорим Генрих, то надо понимать, что для французов это Анри, для англичан Хенри, для немцев Хайнрих. Английских королей из династии Стюартов мы называем Иаков, тогда как англичане зовут их Джеймс. При этом есть вот короли Арагона с тем же самым именем, но мы их называем почему-то Хайме, а не Иаков, хотя это то же самое имя. В Португалии вот был принц, говорят Энрике, на самом деле это Генрих, если брать латинское имя. У некоторых королей Арагона или у королей Кастилии в русской традиции используются латинские имена, например, Карл или Филипп, а не Карлос или Фелипе, Фердинанд, а не Фернандо, а у других нет, а у других используются испанские имена, и вот логики в этом я не вижу, я считаю, что тогда надо быть последовательным, или национальные имена, или латинские, и раз традиция все-таки склоняется к латинским именам, то я буду использовать имена латинские, а не национальные, например, Петр, а не Педро. По латыни Петрус, естественно. По латыни Санктиус. Я буду говорить Санкти, а не Санчо. Ранимирус по латыни. Я буду говорить, соответственно, Ранимир, а не Рамиро. Ардониус. Опять же, я буду говорить Ардоний, а не Ардония. То есть, как видите, очень просто понять, какие должны соответствовать латинские имена, каким именам испанским. В принципе, я буду называть в первый раз обе версии, чтобы не было путаницы. Но я считаю, что традиция, которая сложилась русскоязычная, она неправильная, потому что в ней нет логики. Почему-то испанские имена частично латинизируются, а частично остаются такими, как они в испанском. Так, сделав эти оговорки, переходим, собственно, к выпуску. Итак, Вестготское королевство под ударами берберов и арабов пало в 711-721 годах, причем большая часть Иберийского полуострова была покорена маврами к 714 году. Некоторые вестготские графы там договорились, они продолжали управлять своими землями. Частично их потомки перешли в ислам, наверное, даже и не все. Арабам это было и не главное. Они
все-таки вошли в домен мусульман. Этого достаточно. И тогда можно сказать, что к 714 году мавры захватили всю территорию Иберийского полуострова до Пиренейских гор. При этом наиболее удобную часть, как климатически, так и там, более богатую, южную, взяли себе арабы. А менее интересную северную отдали берберам. Вот в этой северной части были земли, которые для завоевателей были практически совсем неинтересны. Это небольшие горные массивы на севере Испании, Астурия и Кантабрия. Ну, причин этому несколько. Во-первых, это климат. Я был в тех краях летом 2019 года. Я ехал, например, из Леона в Овьедо. И вот вторая часть пути, которая ближе к Овьедо, она шла по горам. То есть это вот горы, долины, там небольшие озера горные. И местность, она мне скорее напоминала Норвегию или Шотландию, чем Испанию. Да и климат. Вот, то, что я был в Овьедо, прохладно, дождик почти все время. Вот такая вот погода, совсем не южная. И для арабов и берберов это совсем не подходящий климат. Но, во-вторых, характер местности. Опять же, вот горы, узкие долины, ущелья для конницы не очень удобно. А у арабов основной силой вот в их завоеваниях была именно конница. Ну, что там коннице было в этих горах делать? Значит, дальше. Даже в визгодский период времени племена асуров и кантабров, равно как их более восточные соседи васконы или же баски, лишь условно подчинялись центральному правительству, у них сохранялись традиции самостоятельной жизни и сопротивления, в общем-то, любому внешнему влиянию. И поэтому не случайно, что именно в Астурии возник первый очаг реконкисты. И произошло это еще до полного завоевания арабами владений визготов в Септимании. Тем не менее, вот этот очаг, как мне кажется, не был связан с остатком королевства визготов, которое там находилось, вот в Нарбонне. И далее поясню, почему. Но сначала о событиях. Они развивались примерно так. После покорения Испании до Пиренеев, Бербер, о котором отошел север полуострова, заняли ключевые населенные пункты. Ну, для Астурии это город Хихон на побережье Бискайского залива, ну, нынешний, тогда он по-другому назывался. Местная астурийская знать вроде бы как бы, ну, условно подчинилась завоевателям, даже платила дань наместнику Хихона, он в свою очередь не вмешивался в то, как живут астуро-визготские общины. Ну, в горах где-то, вот в горных районах. И вот среди этих общин, в одной из них, там лидером был знатный человек Пелагий. По-испански Пелайо, ну, Пелагий – это латинизированное имя. Мы уже упоминали его в выпуске номер 3. И в правление Абдель-Азиза, как говорят легенды, даже этот Пелагий в Кордову ездил, ну, вроде как выказал определенную лояльность миру. В это время наместник Хихона Мунуса, воспользовавшись его отсутствием, взял его сестру в жены силой. Пелагий, вернувшись, не обрадовался, восстал и собрал вокруг себя небольшую группу, укрылся в горах. Из Хихона против восставших был послан небольшой отряд. Им командовал некий Алькама. В 718 году, ну, по другим источникам, в 722 году Пелагий разбил этот отряд в горах у пещеры Кавадонга. Скорее всего, это была небольшая стычка, там, может быть, несколько сотен человек участвовало, может быть, даже меньше сотни. Ну, то есть, это не какая-то глобальная битва, это такая очень локальная стычка, но, тем не менее, именно с нее берется начало, берет отчет начала реконкисты. Ну, а также можно сказать, что история современной испанской монархии. Ну, существует две группы версий относительно того, кем был Пелагий. Одни историки считают, что это был знатный вестгот, сын Фавилы, герцога Кантабрии, казненного в правлении Витицы, то, о чем мы говорили в выпуске номер 3. Якобы после этого Пелагий бежал в горы Астурии, там укрылся, сопротивлялся сначала королям визготов, а потом и захватчикам маврам. Ну, в общем-то, в этой же группе версий другие историки считают, что это не был там сын Фавилы или был сын Фавилы, но тут не был герцогом Кантабрии. То есть как бы вот в нюансах версии различаются.
кто-то говорит, что он был представителем визгодской знати, но не такого прям герцогского рода. Это не суть важно. То есть первая группа версий визгодская. Вторая группа версий исходит из того, что Пелагий не был визготом, а был представителем автохтонной астурийской знати. Не визгодского происхождения, и в пользу этой версии в основном говорит его имя. Ну, Пелагий – это от греческого происходит, Пелагиос – морской. Было довольно странно для гота получить такое имя, и мы до того, в общем-то, не сталкивались с тем, чтобы визготы давали, там, знатные визготы давали своим детям греческие или латинские имена. Да, вот действительно, такая странность есть. И второй косвенный аргумент в пользу этой версии – это то, что в каких-то источниках арабы называли Пелагия «дикий осел». Ну, то есть, что типа это какой-то там дикий, местный, незнатный человек. Ну, как бы то ни было, мы точно не знаем, что было на самом деле. После победы при Кавадонге Пелагий был провозглашен принцепсом. Кстати говоря, обратите внимание, не королем, не герцогом, не графом, а принцепсом – это титул, в общем-то, римский. Ну, то есть первый, да, вот, предводитель. Может, это тоже говорит в пользу астурийской версии. Ну, что есть, то есть. Пелагий победил Мунусу еще, по крайней мере, один раз, а может быть, несколько раз вот после Кавадонги. Он обрел достаточный авторитет в глазах местных вот общин в пределах Восточной Астурии. И это позволило ему выдать свою дочь замуж за герцога соседней Кантабрии Петра. И вот этот Петр, он уже скорее был из знатного действительно визготского рода, возможно, даже он был королевской крови. Ну, об этом подробнее поговорим позже. Опять же, замечу, что имя Петр не германское. Значит, Пелагий правил до 737 года. Каких-то особых сведений о том, что он делал вот в последние десятилетия правления, мы не имеем. Умер принцепс в небольшом поселении Кангас де Онис, и ему наследовал его сын Фавила. О правлении Фавилы мы знаем еще меньше. Практически ничего не знаем, кроме того, что он основал в этом городке церковь Санта-Крус. А в 739 году Фавила погиб на охоте. И власть в Астурии получает Альфонс I, сын того самого герцога Кантабрии Петра. Вот, собственно, к тому времени Петр умер, и Альфонс унаследовал после смерти отца Кантабрию, а в 739 году ему достается власть в Астурии. Ну, благодаря тому, что он был женат на дочери Пелаги. Есть сведения, что у Фавилы вроде бы были дети, но им не достался престол, видимо, они были маленькими, и знать астурийская посчитала, что как бы такое время, когда детям не место во главе этого молодого государственного образования, и предпочли вот взрослого уже такого человека, как Альфонс. Значит, и вот этот Альфонс стал первым правителем Астурии, который принял королевский титул. Впоследствии уже для обоснования правомерности вот таких претензий на королевский титул стали возводить генеалогию Альфонса и его отца Петра, соответственно, к королевскому дому визготов. Мы не знаем, правда это или нет. Но вот это может быть более поздней такой вставкой. Но, опять же, так или иначе, Альфонс I – это первый король Астурии. И его дом еще долго будет править вот, христианскими королевствами в Испании. Правление Альфонса I приходится на те годы, когда в Аль-Андалусе шла череда междоусобиц, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот король этим сполна воспользовался. Он многократно совершал набеги на земли к югу и западу, в частности на города Леон и Луга. Но хотя астурийцы не смогли на тот момент закрепиться в Леоне, но мусульмане ушли из тех мест к югу от реки Дуэра. И в результате между горными областями Астурии, Кантабрии и рекой возникла такая довольно большая ничейная земля, которую в последующие 100 лет постепенно захватят как раз вот христиане, и она станет ядром будущего королевства Леон. Более успешной была экспансия молодого королевства на запад, в Галисию. Альфонс I сумел присоединить эту провинцию. Умер король то ли в 756, то ли в 757 году. Это как раз примерно то время, когда в Аль-Андалусе пришел к власти Абдаррахман I.
Трон Астурии унаследовал сын Альфонса I Фруэла. Его прозвали жестоким. Прозвище он получил из-за жестокости как к противникам мусульманам, так и к собственным подданным. Ну, мусульман он в Галисии в основном истребил в большом количестве, а внутри христианских королевств своих он пытался насаждать целибат среди священников, боролся с собственной знатью и даже убил младшего брата, потому что заподозрил того в том, что хочет там заговор какой-то против него создать. Видимо, не без оснований. На самом деле, больших успехов Фруэла после 757 года не достиг. Дело в том, что Абдаррахман, как мы знаем, создал довольно мощный эмират. И во время управления христиане там сидели тихо и особо не высовывались. Ни при Фруэле, ни при его преемниках не было каких-то у них успехов. А вот насчет заговоров успехи были, потому что в 761 году Фруэла таки, точнее, в 768 году Фруэла таки стал жертвой очередного заговора, и он был убит. А вот в 761 году другое событие важное произошло, это основание города Овьедо. В следующем столетии он станет как раз столицей Астурии, вот, и это, наверное, такая довольно тоже значимая веха в правлении этого короля Фруэла Жестокого. Итак, вот он был убит в 768 году, у него был сын Альфонс II, но трон мальчику не достался, мальчик был еще маленький. Значит, поэтому знать предпочла избрать на королевский престол двоюродного брата убитого короля Аврелия. Он был сыном младшего брата Альфонса I. Аврелий, в отличие от Фруэлы, попытался замириться с Абдаррахманом. Это ему удалось. 6 лет правления нового короля прошли относительно мирно. И он умер своей смертью в 776 году. Опять были выборы. Астурийская знать избрала на трон некоего Сило. Он был женат на сестре Фруэлы I. Сило продолжал мирную политику Аврелия, ну, особых событий в его царствовании не произошло, кроме того, что столицу перенесли в город Правия. Умер Сило в 783 году. Альфонс II, как бы наследник, вроде бы Фруэлы Жестокого, уже подрос, но трон ему не дали. Трон захватил Маурегат. Это незаконнорожденный сын Альфонса I от наложницы мусульманки. И помощь в этом захвате власти Маурегат получил от как раз эмира Абдаррахмана. И в ответ он должен был эмиру платить дань. Разумеется, Маурегат также продолжал мирную политику в отношении мусульман. Значит, правил он 5,5 лет и умер в 789 году. И после него королем опять Альфонс не стал, а стал Веремунд I. Веремунд – это латинизированная версия испанского имени Бермундо. Он был младшим братом короля Аврелия. До этого он как раз был духовным лицом, и на самом деле его не должны были бы избрать, потому что по законам королевства Вестготов, о которых мы говорили ранее, лица, имеющие духовный сан, не могли занимать королевский престол. Но вот он как бы снял с себя духовный сан, стал королем. На самом деле он вернул молодого Альфонса, сына Фруэлы, и даже поставил его во главе войска. Но вот как раз незадолго до восшествия на престол Веремунда умер эмир Абдаррахман, а его преемник эмир Хишам более агрессивную политику проводил по отношению к христианам, решил совершить на их земли набег. Как раз вот в 791 году он предпринял поход на Галисию и разбил войско Веремунда, и тогда король отрекся от престола в пользу Альфонса II. Ну а сам Веремунд вернул себе духовный сан, ну и они довольно мирно с Альфонсом существовали, Веремунд был его советником. Итак, в 791 году наконец-таки Альфонс II получил власть. Прошло уже 23 года с момента убийства его отца, то есть он довольно долго ждал, но тем не менее после этого он проправил очень долго, 50 лет.
И вот его долгое царствование стало одним из важнейших периодов в истории Астурии. Он сразу перенес столицу королевства в Овьедо. Это город, который, напомню, основал его отец. Альфонс там был рожден, так что вот такое вот место для него важное. В первые 10 лет правления Альфонс II постоянно воевал с мусульманами. Война шла с переменным успехом, и король обратился за помощью и союзом к Карлу Великому. После этого в самом начале 9 века христиане начинают медленно, постепенно теснить мусульман. А Альфонс II прочно укрепляется уже в Галисии, в Астурии и в Кантабрии. И к югу от них он постепенно осваивает ничейную землю между горами и рекой Дуэра. На юго-востоке этой земли он активно строит укрепленные форты в верховьях реки Эбра. И вот эта территория с тех пор начинает называться Кастилия, то есть страна замков. В сфере внутренней политики Альфонс II практикует возвращение к законам королевства Вестготов. И, наконец, еще одно важное событие его правления – это начало культа апостола Иакова Зеведеева, мощи которого якобы были обнаружены в Галисии в 814 году. Ну, по легенде, это вот один из 12 апостолов, который принял мученическую смерть в 44 году нашей эры, после чего его мощи положили в лодку и отправили по волнам Средиземного моря. Лодку в итоге прибило где-то на побережье Испании. Там мощи апостола перенесли на гору Либредон, захоронили и забыли. И лишь в 813 или 814 году их чудесным образом перенесли, обнаружили и перенесли в Сантьяго де Компостела, где был построен собор над мощами. И вот к началу раннего, к концу, вернее, раннего средневековья вот этот город, этот городок стал вторым по важности центром паломничества в Западной Европе после Рима. В историю Испании Альфонс II вошел под прозвищем Целомудренный, так как у него не было детей. Считается, что он воздерживался от секса с женой, ну, хотя, как по мне, это не единственная причина, почему у супругов не было детей. Но, тем не менее, вот его так прозвали Целомудренный. Он умер 20 марта 842 года, и королем был избран Ранимир I, ну, по-испански Рамиро I. Это был сын короля Веремунда, помните, который правил как раз до Альфонса II. Вступление на трон прошло не совсем гладко, там был некий граф Палатин, то есть дворцовый граф, который попытался захватить власть. Ранимиру пришлось вступить с ним в вооруженную борьбу, а затем на северо-западном побережье высадились норманны. Ну, король сумел отразить их нападение. Что касается борьбы с мусульманами, то успехи Ранимира в этом отношении были куда скромнее. Было несколько набегов на земли Леона, сам город был разорен и покинут. Вернуть его христиане смогли лишь при следующем короле. Значит, правление Ранимира I и вот его сына Ардония I было важной вехой в истории дарманской архитектуры, потому что в течение довольно короткого времени, 842-862 годы, было построено немало шедевров вот той поры. До нашего времени дошли остатки загородного королевского дворца Ранимира, которые были превращены в церковь Санта Мария дель Наранко. Вот как раз ее фотографию я выбрал как фон для этого выпуска. А недалеко находится, ну, уцелевшая часть, это не вся церковь, но часть вот дворцовой капеллы, а теперь она называется церковь Сан-Мигель де Лилло. Ранимир I умер 1 января 850 года, и трон наследовал его сын Ардоний I, по-испански Ардонио. Это был первый случай прямого наследования престола, потому что все предыдущие короли были избраны. Даже если отец, ну, как бы после отца царствовал сын, то это все равно было избрание. В правлении Ранимира Ардоний был наместником Галисии. Считается, что его жена была близкой родственницей, возможно, сестрой короля Памплоны. Благодаря этому оба христианских королевства смогли объединить свои силы и в 859 году нанесли поражение мусульманам при Альбельде. Ну, до того самостоятельные войны Ардония с мусульманами шли без особых успехов. Ну, правда, он в 856 году смог отбить Леон,
и закрепиться опять в этом городе. Но вот когда они объединили силы с королевством Памплона, то дело пошло куда лучше. И после 860 года христиане стали более активно осваивать земли на юге Леона и строить там оборонительные сооружения. Ардоний умер 27 марта 866 года. Трон перешел по наследству, опять же, его старшему сыну Альфонсу III. Ну, почему-то вот я так заметил, что правление королей с именем Альфонс для Астурии было благополучным. Альфонс III правил тоже очень долго, 44 года, получил прозвище «Великий». Он много воевал, как с маврами, так и с внутренними врагами, но расширение пределов королевства шло медленно. На западе Альфонс III покорил земли до реки Мондегу в Португалии, в частности, важный город Коимбра там находился. В 868 году граф Вимарано Перес, который отвоевывал эти земли, основал то, что мы сейчас называем Порто. Ну, тогда там был городок, еще более старый городок Португалия, и от названия этого городка произошло название графства Португалия. Но там же вот этот Вимарано Перес основал город Порто, и, кстати говоря, памятник этому графу стоит возле кафедрального собора Порто. На востоке в правлении Альфонса III происходит дальнейшее освоение Кастилии. И именно в эти годы основана будущая столица этого графства – Бургас. Альфонс III стал последним королем Астурии. Дело в том, что в самом конце его долгого правления у него возник сильный конфликт с сыновьями. Сыновей поддерживала знать. Ну, вот король был вынужден отречься от престола в 910 году. А в принципе, он в декабре того же года и умер. При отречении Альфонс III разделил свои владения между тремя сыновьями. Старшему сыну Гарсии достался Леон, среднему Ардонию Галисия, младшему Фруэле, собственно, Астурия. То есть 910 год – это последний год такого единого королевства Астурия. Королевство было разделено, ну а после этого уже главной частью стал Леон. И мы будем говорить в следующий раз об истории уже королевства Леон. Я благодарю вас за внимание. Я напоминаю вам, что у меня есть страничка на сайте Patreon. Если у вас есть возможность и желание, поддерживайте мой проект. patreon.com/val_khokhlov. Призываю также подписываться на мой канал в YouTube, Вэл Хохлов. В общем-то, тогда до следующего раза. До свидания и оставайтесь на моем канале.